Новости Богородского района. Богородская43.ру. Добрый день, уважаемые зрители. Очень приятно находиться с вами. Спасибо, что вы сегодня нашли время и пришли на столь замечательное и важное мероприятие. Подошел к завершению год театра, назначенный указом президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. 22 декабря в районном центре культуры и досуга состоялось театрализованное представление «Театр Миг Волшебный», посвященное закрытию года театра в России. Около двух часов артисты самодеятельности радовали зрителей своим выступлением. А можно просто вместо выбора включить фонарик? Можно. А можно ли будет читать текст с листа? Конечно. А с телефона? Можно. А можно будет позвать людей, чтобы они все делали за тебя. Каждый номер представлял из себя маленький спектакль, доставлял зрителям огромное удовольствие и сопровождался продолжительными аплодисментами. В концерте приняли участие представители всех творческих коллективов Дома культуры. Ансамбли «Околица», «Калинушка», «Хорошее настроение» и «Оптимист», солисты, танцевальный коллектив «Ветер надежды», артисты театра драмы, детского театрального коллектива, кукольный театр, мастера художественного слова, клоуны. На концерте звучала живая музыка. И все это было представлено единым театральным действием. Я заявляю вам, и вы мне верьте, все девки – ангелы, все бабы – черти. Как вспомню молодость, цветы весною, какая девушка была со мною. В задирни буковки играла тонко, а мне-то радости вот будет жонка. Само спокойствие, сама покорность, смиряю норов свой, смиряю гордость. Я руку сердцем к ней, все честь по чести, веду знакомиться домой невесту. Мечтаю, матушка совсем растает, мол, вот расхожая сноха какая. Ах, только матушка не то сказала. На свете видел ты, сыночек, мало. Не похвалю ее и не ослаблю, а свой совет тебе оставлю. Женились, зажили, и вот так штука. Совсем другая тут пошла наука. Нет ни спокойствия и ни смирения, когда же дни мои цвели сиренью. Одно и то же все зимой и летом, вот у соседей есть и то, и это. А ты такой сякой, пентюх и олух, ведь бесполезен, как осенний всполох. Дом, чаша полная, а ей все мало. Прошла любовь, давно прошла, осталась жало. Нет утверждения, одни вопросы. Родную матушку совсем забросил. Хозяйство тещина бурлацкой лямкой. Да разве теща мне дороже мамки? Женился, братцы, я, печально тема, чтоб подкаблучников пополнить племя. И заявляю вновь, братишки, верьте, все девки – ангелы, все бабы – черти. От имени зрителей хочется выразить огромную благодарность за прекрасное мероприятие Центру культуры и досуга, его талантливым работникам и не менее талантливым самодеятельным артистам, а также организаторам. Спасибо, что вы даете возможность нам отдыхать душой, наслаждаться вашей игрой и получать щедрую порцию отличного настроения. Сегодня мы явились свидетелями замечательного мероприятия, посвященного закрытию года театра.
От имени зрителей я хочу поблагодарить районный центр культуры и досуга за таких талантливых работников, за такой замечательный концерт. Как здорово, что они у нас есть. И как здорово, что у нас есть самодеятельные артисты, которые радуют нас практически каждый выходной день. Огромное спасибо от благодарных зрителей.